Всем здорово, народ! С вами Олег, и добро пожаловать на канал Олегов, а этот The Last of Us, один из нас, будем сегодня с вами проходить. Вышла версия на ПК, друзья, так что давай заценим, будем начинать. Ну, а ты не забывай подписываться на канал, ставить лайк, а мы поехали! Томми, послушай, он подрядчик. Подрядчик, ясно? Мне нужна эта работа. Понимаю. Ладно, поговорим об этом утром. Поговорим утром. Ага, да, пока. Эй! Подвинься. На работе достали, да? Чего не спишь? Уже поздно. Ой, сколько времени? Тебе давно спать пора. Но еще не полночь. Солнышко, не надо. У меня нет сил пререкаться. Вот. Что это? С днем рождения. У тебя ведь часы сломались. Ну, вот я и решила. Нравится? Нравится. Что? Очень, но... Слушай, они же не идут. Что? Нет. Дочь, откуда у тебя деньги? Дурь. Я приторговывала дурью. Отлично. Поможешь выплатить кредит. Ага, сейчас, мечтай. Спи, котенок. Алло? Сара, мне нужно поговорить с твоим папой. Дядя Томми, сколько времени? Позови папу, скорей, тут... Дядя Томми? Алло? В чем там дело? Ну что ж, давай глянем, чем он там занимается, и давай в целом знакомиться с игрой. И, кстати, я недавно смотрел сериалец, вот и уж очень сильно мне понравился, зашел он. Но игра очень схожа с фильмом. Ну-ка, давай-ка откроем, посмотрим. Так, и давай-ка мы вот это с тобой прочитаем. Подожди, читать на английскую. А, или нет, на русскую. Так, ты все-таки не вымер, пока еще в скобочках. С днем рождения, милый папочка. Так, посмотрим, тебя вечно нет дома. Ты терпеть не можешь мою музыку. Ты презираешь все фильмы, которые я смотрю. И все равно ухитряешься быть самым лучшим папой на свете. И как тебе это только удается? С днем рождения, папа, с любовью, Сара. Вот такая вот открытка. Только чё ты её Джоэлу не подарила? Почему она у тебя в комнате? Слушай, чё у тебя в комнате так грязно-то? Так, с чем я могу взаимодействовать? Телефон молчит. Так, давай-ка ещё посмотрим, чё тут есть у маленькой Сары в комнате. Так, подожди, можем уже выйти? Ну и всё, ладненько тогда. Давай будем выходить и осматривать. Папа? Ну-ка, может быть, папа здесь? Ну, мы-то с вами знаем, где он, если вы смотрели, друзья, сериал и играли в стоковую версию на PlayStation. Техасский вестник. Количество случаев загадочной инфекции возросло на 300%. Больницы региона перегружены. Правительство расширяет список опасных пищевых продуктов. По всей стране фиксируются случаи грибкового поражения сельскохозяйственных культур.
Напоминаем, что первоначальным продовольственным магазинам всей страны было рекомендовано прекратить продажу пищевых продуктов из таких-то стран и так далее, друзья. Ничего себе, блин. Папочка! Так, единственное, что бы я убрал бы по графике, это зернистость. Ну-ка, подожди-ка. Ты здесь? Может, папочка уже тут? А там мои новости об этой эпидемии, смотри. Так, давай-ка, наверное, мы так и сделаем. Уберем с тобой зернистость. На пятерочку я поставил зернистость, друзья. О, хорош, что за взрывы? О, боже. Ну-ка, подожди-ка, давай-ка осмотрим. Нифига себе, вот это вот бахнуло. Так, Джул, реально, где тебя носит, блин? Так, ну тут все, мы уже вроде бы все осмотрели. Пойдем вниз. Блин, папанька, что блин. Что происходит? Так, а свет я могу включить? Его телефон. Так, это, наверное, Джоэл и звонит, да? Так, давай-ка отберем трубочку. 8 звонков. Где тебя носят? Позвони мне. А, это Томми. Ну, хорош. Так перезвони Томми. Сегодня вернусь поздно. Не забудь заказать еду. Увидимся утром, папа. Где он? Ты, Джоэл, завязывай, никакого утра. Уже нужно сейчас. Планы поменялись, ё-моё. Там собачка лаяла и резко приутихла, а? Блин, херово дело. Опа! Ух, напугал Джоэл. Наконец-то. Сара, ты цела? Да. Никто не приходил? Нет, а кто мог прийти? Не подходи к дверям. Стой, где стоишь. Папа, ты меня пугаешь. Что случилось? Это куперсы. С ними что-то не так. Они больные. Чем больные? Боже. Охренеть, блин, вовремя я камеру повернул, а? Джоэл, вали его! Скорей! Хрена себе! Ты выстрелил. Сара. А мы только утром. Послушай, тут творится что-то страшное. Надо отсюда выбраться. Ты меня слышишь? Да. Томми, давай скорее. Да. Где тебя носило? Ты можешь объяснить, что тут происходит? У меня есть идея. А это Томми, братец Джоэла. Он же дядя. Говорят, половина города с ума сходила. Может, уже поедем? Зараза, брат. Можешь сказать, что случилось? И чё, куда едем, мужики? Эй, Сара. Ты как, солнышко? Хорошо. Не включишь радио? Само собой. Спасибо. Без связи, без радио. Да, офигенно. Еще минуту назад были новости. Невероятно просто. Сказали, армия перекрывает шоссе. Вокруг Трэвис нет въезда. Надо валить отсюда. 71. Ну, я так и собираюсь. А сколько умерло? Думаю, много. Нашли одну семью, их растерзали Томми. Прямо в доме. Да. Но не при детях же такие истории, конечно. Господи, что же это такое? Они не знают. Но не только наш город. Сначала сказали только на юге. Теперь уже и восточное побережье, и западное. Просто ад. Фига себе, там дом горит, смотри, ферма.
Надеюсь, он успел унести ноги. Уверен, что да. А мы больны? Нет, конечно нет. Ты уверен? Говорят, это что-то со здешним. Мы в порядке. Разве Джимми не здешний? Да, и он тоже. Просто знаю и все. Ладно. Давай остановимся. Ты что это делаешь? Езжай давай. С ними ребенок, Джоэл. С нами тоже. Здесь хватит места. Не смей тормозить, Томми. Стойте! Если бы ты видел, что видел я, еще найдется кому помочь. Мы могли помочь. Плохо дело. Когда всем до одного, одно и то же в голову приходит. Ну, можно просто сдать назад и... Эй, чего стоим? Поехали! Твою же ж мать, смотри. Разворачивайся. О, Господи. Томми! Томми! Твою мать! Дави его нафиг или валим. Что за хрень? Что за хрень такая? Ты видел? Да, я видел. Охренеть. Сворачивай давай. Нет. Ё-моё. Ребята, с дороги. Откуда они бегут? Выбирайся отсюда. Я пытаюсь. А! О, нет. А! Не останавливайся, Томми! Не могу же я их задавить! Делай что-нибудь! Сзади тоже люди! Туда! Вот туда! Держитесь! Давай! Опа! Кто-то въехал на полной скорости, а? Папа? Эй! Пап! Назад, детка. Отойди. Я в порядке. Давай, Джоэл, надо выбираться. Ё-моё. Лишь бы, чтобы не укусил. Пап? Я здесь, мила. Здесь. Дай мне руку. Что такое? Нога болит. Сильно? Сильно. Придется убегать. Твою мать. Томми, прикрой нас. Давай, детка. Держись крепче. Так, подожди, куда бежать-то? Мне страшно. Ой-ой-ой, сколько зомбарей сзади. Джоэл, давай шифтуй. Томми, ты должен сзади был прикрывать. Беги, беги! Я не знаю, давай сюда, наверное. Смотри только на меня. Только без паники. Может, переулок нет? Навряд ли. Ой-ой-ой. Мы выберемся. Обещаю. Так, давай-ка сюда. Вперед! Ой-ой-ой-ой! На нафиг. Он мертв! Хорош, красава, Томми. Почти пришли. Почти пришли, малыш. Они прорвались! Жесть, сколько их много. Найди выход! Пошли! Так, подожди, я ж не могу так быстро бежать, Томми. Беги к шоссе! Тупые зомби. Беги, спасай Сару! Я догоню! Ждем тебя там! Живо! Папа, нельзя его бросать! Давай, давай, побежали. Почти пришли. Кто там? Ой-ой-ой, зомбарь бежит. Они приближаются. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А я ничего сделать не могу, да? Блин, валим, валим.
О, хорош. Не бойся, мы пришли. Пришли. Походу, солдаты армии. Да? Нам нужна помощь. Моя дочь сломала ногу. Не с места! Ладно. Слушайте, мы не больны. На внешнем периметре двое гражданских. Указание? Папа, как же дядя Томми? Отнесу тебя и вернусь за ним, хорошо? Сэр, но тут ребенок. Но... Есть, сэр. Да послушайте, мы еле дошли. Мы просто... О, черт. Ё-моё. Не надо. Сара. Сара. Так, убери руки. Ничего, ничего. Боже. Потерпи, милая, потерпи. Все будет хорошо. Посмотри на меня. Так, иди-ка сюда. Потерпи, потерпи. Держись, милая, держись. Я знаю, детка, я знаю. Сара. Дочка. Не бросай меня. Пожалуйста, не бросай меня. Сара. Господи. Господи. Прошу тебя, не убирай. Прошу тебя, не бросай меня. Дочка. Господи. Официальное число жертв превысило 200 человек. В штате введено чрезвычайное положение. На улицах лежали сотни и сотни тел. Паника среди населения вызвана данными Всемирной организации здравоохранения о неудачном испытании вакцины. Бюрократы лишились власти, и теперь мы сумеем защитить. С сегодняшнего дня в Лос-Анджелесе также введено военное положение. Все граждане должны прибыть в указанные им карантинные. Голодные бунты, связанные с нехваткой продовольствия, продолжаются, не ослабевая, уже 3 дня. Ответственность за оба теракта взяла на себя группа, именующая себя ЦК. Они призывают к восстановлению всех властных структур. Демонстрации протеста начались в ответ на казнь 6 приверженцев ЦК. Воспряньте вместе с нами. Оказавшись в полной тишине, слушайте голоса. Доверьтесь цикадам. Лето. Двадцать лет спустя, офигеть. Одну минуту. Доброе утро. Будешь? Нет, я не буду. Я тут кое-что разузнала. Где ты была, Тесс? В Вест-Энде. У нас же там клиент. Да. У нас там клиент. Ты же хотел, чтобы от тебя отстали? Дай-ка угадаю. Сделка сорвалась, клиент смылся с товаром, правильно? Сделка прошла как надо. Карточек нам хватит на пару месяцев. А что с лицом? Это уже на обратном пути. Я нарвалась на 2 каких-то козлов. Пропустила пару ударов. Но отбилась. Дай сюда. Эти козлы еще живы? Ты шутишь. Хоть выяснила, кто они? Да так, парочка уродов, но это не важно. Важно, что послал их никто иной, как Роберт. Наш Роберт? Он знает, что мы его ищем. И он хочет успеть первым. Умный мерзавец. Только я умнее. Я знаю, где он. Что? Да брось ты.
Старый склад в зоне 5. По крайней мере, сейчас он там. Ну так пошли. Идем? Еще как идем. На Томми похож он тот мужик возле контейнера, который в синей рубашке. До комендантского часа мало времени. Надо спешить. Ну хорош, давай пойдем. Так, ну и нужно как всегда все исследовать, находить всякие приколюхи, чтобы получать ачивки. Хотелось бы ничего не пропустить, друзья. Так, а инвентарь, так, видать, еще не могу использовать пока что. Шифтовать тоже не могу. Внимание! Граждане обязаны носить с собой удостоверение личности и выполнять все приказы персонала. Смотри, а паёк-то до сих пор не раздают. Видать, снова нехватка. Так, уже бегать можем. Но без шифта. Вот прям как тот чувак прям. Похоже, зараженных все больше. Значит, больше. Почему они не вымирают, зараженные? Столько времени прошло уже, казалось бы, их наоборот должно быть меньше. Теперь у нас новые документы, так что проблем быть не должно. Держись спокойно. Ладно. Проезжай! Так, куда? Прямо идем? Документы. Пожалуйста. Куда идете? Выходной. В гости идем. Ладно, проходите. Спасибо. Нихера себе! Уходите, марш! Закрываем! Вот это тебе прогулочка. В гости на выходные. А, быстрый разворот. Плюс пробел, да? С плюс пробел. Все, оп, теперь можем бегать, это хорошо. Как там быстрый разворот? Вот так вот, да? Оба. Пятый контрольно-пропускной пункт закрыт. Нормас. Всем гражданам немедленно покинуть его окрестности. Немножко непривычное управление, друзья. Я играл вот на PlayStation, на пятой. Останови уже кровь. И как бы там управление поудобнее было. Выбор аптечки на 7. И удерживайте. Посмотрим. Может быть, я подключу контроллер. Теперь все пропускные пункты закроют. Для дальнейшего прохождения. Поглядим. За стеной? Ну, или можем отпустить Роберта. Смешно. Ты это видела? Я была там. Как там восточный тоннель? Нормально. Только что оттуда. Патрулей нет. А так, а что это я снова шифтовать не могу? В гости к Роберту. Вы тоже? А кто еще его ищет? Зато оглядываться могу он. Марлин. На 360. Она пыталась его найти. Марлин? А зачем цикадам Роберт? Она мне не докладывала. А что ты ей сказал? Правду? Я не знаю, где он. Молодец. Не высовывайся, ладно? Увидимся. Ага, до встречи. Марлин ищет Роберта? С чего вдруг? Не нравится мне это. Надо найти его раньше, цикад. Это мы? Так, подожди-ка. Привет. Как дела? Паршиво. Залутаться? Есть что-нибудь тут? Нормально? Есть чем поживиться, чувак. А, все, тихо. Ни солдат, ни зараженных. Вот это мне нравится. Смотри, даже частицы пыли летают, офигеть. Джоэл, помоги. Чувак, ты прям под пылью сидишь. Блин, как же это круто смотрится, а? Охренеть. Чё там у нас секреточка? Чувствую, надо будет контроллер подключать, то я не привыкну на клавиатуре к этим. А ну-ка, спокойно. К развязке клавиш на B, там на Q.
Фига, ты сиганул невысоко. Ты в порядке, Джоэл? Охренеть, там высота, Джоэл. Как ты ногу, как минимум, не подвернул. Так, подожди. Нам нужно взять снарягу или что она сказала? Подожди, а тут ничего нету? Лута какого-нибудь? Нет, вроде бы нету. C плюс Space. Наши рюкзаки никуда не делись. Так, а вот и лутецкие. Кстати, я могу вроде бы скинчики поменять на пушки. Патронов мало. Ну так не промахивайся. Так, фонарик, маска, что там еще есть? Набор инструментов. Перезарядка. Ну, ковбой, подсади меня. 5 пулек всего у нас. Сейчас я подсажу. Но, готов? Прошу. Да, мэм. Руку. Ну, держите. Сразу две. Жесть, как мы ее вниз не опрокинули. Давай. Осторожно. Ну, блин, только дело. Что будем делать с этими 5 пульками? Так, подожди, я, наверное, буду лутаться. Посмотрюсь, может быть, что-нибудь есть. Так. Ручной удар на F. Хорошо. Может быть, пулек найдем. Почему я снова не могу шифтовать? Так, подожди-ка, она там что-то нашла. Или у нее есть какой-то диалог к нам. Блин, ну 5 пулек, это же так мало. Так, а как присесть на C или когда? Фига себе, воронка, это чего такая? Жесть, как все заросло. Должна быть где-то здесь. Ну а чё, давай я руку тебе подам. Или вот есть. Лестница есть. Супер, тащи. Помочь не хочешь, блин, тебе и дамы тебя вперед. И подсади, блин, и лестницу найди. Дамы, это я, что ли, дама? Ну, вроде того. Сюда. Ох уж это, ведьмачья озвучка. Ай да Всеволод Кузнецов, а? Озвучка топ, конечно, у Джоэла. Чтобы включить или выключить фонарик, используйте Е. Так, оба. Монета цикад или что это? Кей перевернуть. Давид Михаил. Ну все, ты же забрал ее. Хорошо. Слушай, не зря зашли, не зря. Теперь вниз. Думаешь, пушки еще у Роберта? Надеюсь, ради его же блага. Если вернем товар, сбыть его будет несложно. Блин, мне бы Патриков найти. Стой, споры. Смотри, как пыль летает, а. Плюс ко всему споры. Откуда они? В прошлый раз все было чисто. Ну, взялись откуда-то. Будь начеку. Мелкие частицы этой пыли. Жесть, какие крысы огромные берут. А вот и виновник. Труп свежий. Тут может быть опасно. Он. Жесть, сколько спор тут. Здесь должны пролезть. Твою мать! Осторожно, Джоэл. Да. Тут потолок проседает. Осторожно.
Сюда. Смотри, чтобы ничего не рухнулось на себя, Джоэл. Смотри, смотри. О, ё-моё. Маска сломалась. Не, не он хочу уже превращаться. Не бросайте меня. Ты что задумал? Ну, наверное, стоит его убить, друзья, а то он обратится в зомби, и нам же хуже Пошли. Будет. Но, блин, только целые патроны на тебя потратил. Ну, слушай, хотя бы парочку тут есть. Он 100% бы обернулся бы в зомби и где-нибудь напал бы там на нас. А оно нам надо? Конечно же, нет. Слушай, давай тут внимательно все будем осматривать. Впереди, слышишь? Тихо. Твою мать. Что будешь делать? Подкрашусь. Так, ну это же мы на корточках. Скрытное убийство давай. Е и А, короче. Хорош по красоте прям. Так, ну-ка давай-ка режим слуха, тут еще ходят. Кошмар. Подожди, их бы как-то отвлечь, а? И либо одновременно начать стрелять. Так, обратно я пройти уже не могу, да? Полутаться там. Подожди, ну камень какой-нибудь там я могу взять, нет? Блин, это плохая идея. Ну что ж, придется стрелять. Ты мне помочь, слушай, не хочешь, стоишь там, блин, а? Это все, блин. Надеюсь. Блин, две пульки осталось. Жесть, они еще такие быстрые. Так. В режиме слуха ничего у нас нет. Значит, можно смело уже вырубать режим стелса. Подожди, нам по низу надо идти или по верху? Ну-ка, оба. Патрики, это хорошо. Патрики, друзья, это замечательно. Правда, три, но все же лучше, чем два. Жесть, прям как вот эти вот частички, я не знаю, пыли, спор всего подряд. Летает прям в воздухе, витает. Так, фонарик, я думаю, можно выключить. Нет места. Как это нет места? Еще как есть у меня вон там место, блин. Привет, братишка. У нас почти получилось, но увы, сейчас я сижу снаружи и знаю, что уже никогда не попаду в зону. Пока мы ждали контрабандиста, пришел армейский патруль. В панике мы попрятались в заброшенном доме и не заметили, что там были споры. Теперь мы все заражены. У нас осталось несколько часов, максимум день. Надеюсь, контрабандист все-таки придет, и я передам тебе эту записку. Надо было послушаться тебя и пойти в зону, пока я еще был шанс. Теперь уже поздно. Удачи, Марк. Зараженные пытаются проникнуть в зону. Об этом только и говорят. Просто эти бедняги снаружи... Странно, почему я аптечку не могу взять? Нету места. Так, ну тут все. Больше ничего там у нас нету. Так, Джоэл, думаю, можно снять маску. Так, а этот что за замок? Его можно прострелить и... Ай, ё-моё, зря пульку потратить. Кислород. Ну, на будущее буду знать, что такие замки не простреливаются. Я люблю природу. Потому что город воняет. Просто так закажи Биллу освежитель воздуха. Посмотри, как все заросло. Сам знаешь, они у него просроченные. Так, вроде бы я эффект резкости выключил, но какое-то минимальное все равно присутствует.
Так, давай-ка сюда вот. Прикрой вход. Ладно. Но вряд ли этот вход кто-то найдет, он настолько весь заросший. Так, лазанье. Вперед плюс пробел. Так, а здесь как? Черт. Перепрыгнуть? Доска упала. Доска упала. А вот здесь по краешку никак нельзя пройти. Навряд ли. Будь другом, а? Сейчас. Так, давай-ка сюда. А вон она и доска. Блин, Джоэл, как ты себе не наносишь увечья? Так, подожди-ка. Ну-ка, передай мне. Ну, держи. Она тяжелая. Справлюсь как-нибудь. Подожди, а вот там есть что-нибудь? Может быть, лута немножко? Не, вроде бы нету. Хорош, а как я залезу-то обратно? Ты об этом не думал, Джоэл? Как мы с тобой проберемся обратно? Отсюда вот давай, где-нибудь. Ого, еще и балансировать надо Джоэла. И подзабыл про такую-то механику. Проверим, нет ли рядом солдат. Это как, с помощью... Чисто, пошли. Слуха. Так, а лута? Нету тут никакого спрятанного. То все-таки 4 пульки у нас, друзья. Это капец как мало. Даже на начальных этапах. Подожди, а в этой стране нет у нас ничего? М-м. Может быть, какой-нибудь схрон там был от контрабандистов, да, нет? Так, давай-ка фонарик заюзаем. Бери патроны. Пригодятся. Ух ты, это точно. Всего 4 пульки. Так, мало. Блин, ножик. Ну, малыш. Ого, хотя бы ножик дайте. Убедись, что там чисто. Ни солдат, ни людей Роберта. Ага. Похоже, он нас ждет. Ну, тем интереснее. Ну что? Так, вот сигнал пошел. Да, значит, все чисто. Эй, Тесс! Эй, красотка, как делишки? Говорят, не сейчас, Терренс. Да я заплачу вот-вот-вот. Понял. Вот-вот. Не сейчас. Понял. Потерплю. Только не надо злиться. Тронул, купи. Кого тронул, пес? Так, местный махач за деньги. Ты куда поперся? Ты чё, тебе надо, пес? Сядь на место. А, прости, Тесс, не знал, что вы с ним вместе. Иди. Сисурите мне тут, блин, нашелся. Кто это? Старый знакомый, не спрашивай. Да, торговцев, конечно, в этом городке очень много. Я ищу Роберта. Он тут был? Да, недавно. Он на верфи. Туда пошел. Не стоило было платить тому челу карточки. Можно было сначала сходить, проверить, если что, что уже вернуться бы обратно и заплатить. Началось. Оба, шпана. Давай не этот, у нас пушка есть. Пропустите. Вы, ребята, разворачивайтесь и валите, если шкура дорога.
У нас не с вами разборки. Нам нужен Роберт. Даже не вздумайте. Развернитесь и валите, мать вашу! Я без Роберта с места не сдвинусь. Сука! Я тебе все мозги вышибу, но задницу ты отсюда уберешь! К черту! Пригнитесь! Хера себе, готов? Такой вот короткий, да, разговор. Я прикрою. Займись ими. Так, не пытайтесь атаковать лоб, заходите противнику во фланг, пользуясь окружающей обстановкой. Хоба. Так, давай-ка перегруппируемся. Ой-ой-ой, сейчас попадет, нет? Ой, хорош, давай я поэкономлю свои пули. Хе-хе, красава. Так, давай-ка залутаем поцов. Молодец, ковбой. А где с них лут-то? Ты тоже. Откуда вот же пушка? Людей? А чё их залутать-то не могу? Умеет обещать золотые горы. Так, что там, подсадить, чёрт, наверное? Не ну-ка. Ох, сейчас на перестрелку сбегутся нашу, нет? Крысы с размера, я не знаю, собаку, либо кота здоровенного взрослого. Да не пихайся ты, блин. Отъела жопу и толкается. Так, давай сюда. Ох, не зря здесь все вот эти перекладины. Сейчас, мне кажется, махать будет. Снова люди Роберта. Ну да, точно. Я вижу. Откуда ты знаешь? Всякие перегородки, двое укрытия. Двое наши погибли, пытаясь убрать Тесс. Зуб даю, она с Джоэлом вот-вот придет сюда за Робертом. Охренеть. Зря мы взялись за эту работу. Теперь-то что? Были. Надо рассредоточиться и не дать им проскочить. Оба, нифига себе. Вот это она молочек. Так, давай того, наверное, скрытно. Пошли. Подожди, режим слуха. Вроде бы никого нету, кроме вот этого вот поца. Блин, куда он только намылился? Он, блин, остановится там или нет? Он же сейчас до стенки, блин, дойдет и развернется, обратно пойдет. Нет, он там чилит куда-то. Все, давай. Схваченного противника можно... Так. Ага, можно с ним и перемещаться еще. Доступно обучение. Ага, ну, в другой раз глянем. Да хорошее, че я с вас лут-то не могу подобрать? Перемещаясь бегом, вы сильно шумите. Так, вроде бы тут никого нету. Как я не могу с них лут забрать? Откуда с тебя столько крови? Ну тебя ножиком проткнуло. Тому мы вроде бы только шею поломали. Ну вот, режим слуха. Или хотя, подожди, тут еще кто-то есть, да? Да, реально. Я был тут, на Джордан-стрит. Нет места для птичек. И вдруг появились солдаты. Тебе один, мне другой. Вели пятерых гражданских. Давай. В наручниках. Дерьмо. Давай, вали того. Ты же сказала мне один, тебе другой. Вот ты, блин, а. Так, у этого ключ был. У этого патроны. Давай осмотримся. Подожди, почему я не могу поднять аптечку? У меня нету места. Так, у меня вроде бы по аптечкам вон ноль. Непонятный момент, конечно. Думаю, мы с этим разберемся. Так, а ключ, полагаю, это от этой двери. Так, патрики вижу. Мы перенесли ящики на южный склад. Все припасы под замком. Если у вас мало патронов, нет стратегии выживания. Так, это бутылка. Ага, значит, их можно отвлекать, да? Так, так, так. Надо кого-то бы заманить. Откуда я знаю? Надо бы с ребятами поговорить. Сюда. Ладно. Например. Ну-ка. Вон там. Ну-ка, не пали нас, ты чё? Эй, берегись. Обачки.
Блин, вали в того. Быстрее. Там дали. Оба, вот это ты красава. Вовремя она пульку всадила ему. Промеж глаз вроде бы. Так, ну тут их трое было. Так, еще одна бутылка, да? Пустая, давай берем ее. Пока миссия револьвер возьму. Так, там еще бутылка есть. Ну, я, наверное, могу только максимум одну брать. Так, я, посмотри, могу пойти наверх. Оба. Блин, как-то надо бы этого выпилить. Так, тот вроде бы перестал агриться. Так, где он там? Вот он. Блин, там этот идет. Блин, а? Надо бы его слить. Так, подожди. Вот он вроде бы сюда идет. Так, того пока нету. Давай этого быстренько прям вырубаем. Без шума и пыли. Блин, надо было его за бочки отнести. Настоящий профи. И это точно. Надо было, да, его за бочки, наверное, отнести. Так, подожди. Давай, наверное, вот этого... Сагрим, да? Подожди, как эту бутылку-то взять? Так, пускай он сходит там, посмотрит. Ты слышал? Да. Ё-моё, тут еще один. Как минимум их тут трое. Эй, нас убивают! Так, подожди, кого нам идет? Блин, походу сейчас стал за руинем. Блин, не пались только. Давай его назад. Братуха, ты только не дергайся! Подожди, главное, чтоб тот не увидел. Все, походу увидел. А, я думал, она его завалила. Давай, вали его, я не хочу патроны тратить. Блин. И пульку сам получил в ответ. Нужно было взять больше людей. Лишняя морока. Да, ты прав. Так, с этого могу что-нибудь пошли, собрать? Нет. Пристань вон там. Разберемся с ним. Так, а вот тут могу, смотри, поднять аптечку, странно, а там не мог. Разные виды аптечек или что? Так, это что у нас? Ножик такой, нажмите, чтобы взять захват. Ну да, такой вот ножик. Заточка, могу изготавливать. Нужен крепеж и лезвие. Оп, хорош. Так, вроде бы все. По луту больше там ничего не было. Глянем, что там у нас. Маджуэл. Что не так? Давай еще раз попробуем. Удерживать надо, я понял.
Ё-моё, какая толпа их там. Вон он ходит. Живой пока, ублюдок. Ну все, пошли. Давайте по-тихому. Их тут полно. Блин, мы же не Рэмбо. Сначала мы потеряли агентов на севере, потом на юге. Так, давай того. Непонятно, с кем торговать. Тут вроде бы один пока да, что стоит. Давай его сюда отведем. И вот тут а вот его грохнем. Так, будем убивать его без заточки, поэкономим. Заточка намного быстрее, судя по всему, это все дело будет идти. Так, еще заточка. Буба, палка. Так, там еще один чилит. Так, это возможность вот этого грохнуть. Ё-моё, сколько их там. Давай вот тут его. Пока что будем экономить заточки. Так, тут вроде бы чисто, но... Ой-ой-ой. Так, ждем этого поца. Давай-давай, чувак. Так, он там, да? Решил повтыкать. Ну, ничего, мы тебе заскучать долго не дадим. Тихо, тихо. Твою мать. Ой-ой-ой. Все, вот тебе и весь стелс. Прямо в цель. Так, берем патрики. Ладно, хотя бы скольких мы троих минусанули, и то неплохо. Хороший выстрел. Чтобы целиться с другого плеча, нажмите таб. Я понял. Как ты головой танкуешь, я не пойму. Ну где ты там выйдешь? Нормально. Хороший Похоже. Выстрел. Так, а молоток могу взять? Пошли. Так, аптечка. Хотя так чуток подранен. По идее, мне бы надо бы использовать аптечку. Но с другой стороны, жалко. Потом пойди попробуй найди эти аптечки. Ну, бля. О, твою мать, полегче. Мы хотим поговорить. Идите нахер с такими разговорами! Убери пушку! Нахер пошли! Удирает! Роберт! Джоэл, сюда! Туда ломанулся! Так, а дальше? Куда он побежал? Сюда? Не смеет меня бегать! Ой-ой-ой, тупик! Так, в окно. Ну вот ты и добегался. Тесс, Джоэл, мы ведь без обид. Ну что ты. Хорошо. Мать твою! Мы скучали. Слушай, что бы там про меня ни наговорили, фигня. Я все объясню. Пушки. Скажи нам, где пушки? Да. Да, да. Тут есть проблема. Стойте, послушайте меня. Я просто... А,
Черт! Черт! Стой! 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 Хорош орать. Говори. Я продал их. Не поняла. Мне нужны были деньги, долг платить. А как же мы? Нам ты разве не должен? Дайте мне время. Хоть неделю. Знаешь, я бы подумала, не попытайся ты меня убить. Да ладно, у кого пушки? Не могу. Дайте пару дней. Где наши пушки? Они у цикад. Я продал их цикадам. Что? Эй, их почти не осталось. Мы можем просто пойти и добить их. И пушки наши. Что скажете? Ну что, перебьем этих лохов? Нам расплюнуть. Это плохая идея. Ну, что дальше? Пойдем выручать товар. Как? Не знаю. Мы объясним им. Осталось только на них выйти. Это будет несложно. Ну вот, сама королева. Зачем вы здесь? По делу. Паршиво выглядишь. Где Роберт? Он был нужен живым. Пушки, что он продал, они были не его. Отдай их. Так не делается. Да что ты. Я заплатила. Хочешь забрать? Поработай. И сколько талонов ты хочешь? Не нужны мне талоны. Нужны мастера контрабанды. Поможете? Верну ваши пушки, даже больше. Они у тебя? Слыхал, военные вас сильно потрепали. Да, ты прав. Я покажу товар. Мне пора. Решайте. Нам нужны эти пушки. За мной. Нужно уходить. Быстро. Так, давай до укрытия ближайшего. Хочешь сделку? Пошли. Так, я надеюсь, ты знаешь, я куда знаю, ты идешь. Я знаю, где можно обойти. Пошли. Вот-вот. Фига себе, она вроде бы ранена. Смотри, как щеголяет, он бегает. Офигеть. Посмотри просто на вот эти вот покошенные дома, небоскребы. Это твои люди? Что от них осталось? Думаете, почему я пришла к вам? Сюда. Почему сейчас? Мы сидели тихо, собирались уйти из города, но им нужен козел отпущения. Они хотели нас провоцировать. У них получилось. Мы пытаемся защищаться. Блин, что ты делаешь? О май гад. О, все определилось, куда идти. Так, а тут немного лутецкого. Давай мы все вот это быстренько подфармим, пока она не видит. Джоэл, помоги мне. Ну, друзья, давай, наверное, уже, пожалуй, закончим на этом моменте наше с тобой прохождение. Немного мы с тобой здесь полутались, ну и в следующей серии мы уже с тобой отправимся по сюжету дальше. Я надеюсь, тебе понравилось прохождение. Не забывай подписываться на канал, ставить лайк. С тобой был Олег. До скорой встречи. Пока.